Всем добрый вечер. Сегодня 13 мая 2021 года. И у нас новости в питомнике. Вот этот прекрасный, чудесный, белый, длинношерстный мажорик стал папой. А вот этот рыжий стал дедом. И мы поздравляем, наша радужка родила нам деток. К сожалению, нам пришлось ее прокисарить, но она чувствует себя хорошо. Родила сама. Иди сюда. Вот это называется обратный чип. Посмотрите. Ничего страшного в этом нет. Это делает любой чихуахуа. Слюна попадает в дыхательные пути, и собака так откашливается. Сейчас чуть похекает. Можно погладить по горлышку, можно... Можно открыть... Иди, иди, пап, иди, поглажу горлышко. Иди, иди, мой хороший. Так что, у кого это происходит, не пугайтесь, в этом нет ничего страшного, скажу. Целуюсь, так делает любой чихуахуа. Вот. В общем, Радужка родила сама одного щеночка, одну девочку. И 4 часа мы не могли никого родить. Пришлось обратиться к ветеринару. И нас прикисарили, очень отругали, что мы так долго тянули. Но дело в том, что это у Радочки третьи роды. И она очень хорошо рожала. Но щенок повернулся крючочком и перекрыл все пути. В общем, нас прокисарили. Деток мы вам покажем. У нас 5 щеночков, 4 девочки и 1 мальчик. А вот окрас, это вообще меня просто... Нет, ничего удивительного нет, по кровям это все, конечно, понятно. Но 2 раза у Радужки были белые, белые с отметинами шоколадные, с крапом, да. И был шоколадный соболь и шоколад с белым. То сегодня там все совсем по-другому и вообще очень красиво. Да что это за хрю? Побежал хрюкать снова. Иди, горлышко. Ты, ты что такое? Иди ко мне. Ну, что, все, да. Тебе нужно закрыть носик, да, чтобы собака вдохнула ртом. И тогда они перестают это делать. Идет. Коротконморсовые наши. Вот, хорошо. И длинноносые также делают, независимо от длины морды. Некоторые люди очень сильно пугаются. Вы не пугайтесь, это нормально, в этом нет ничего страшного. Называется обратный чих, обратное чихание. Не обратный чихуахуа, а обратное чихание. И у нас уехал к своей мамочке сегодня Шулдан. Так что у нас и пополнение, и уменьшение. Да, Елисеюшка, что? Вот, в общем, вот такие у нас дела. Жасминушка, давай, беги. Бегай со всеми. Что это, скажи, тебя на руки взяли? Проверка. Все, мои дорогие, буду заканчивать это видео. Побежала я нянчить малышей. Так, не обижай, Илюша. Вот еще характерец. Обижает, обижает, смотри. Космос! Выходи давай. Давайте еще немножечко погуляем, и я буду заходить, потому что мне нужно идти смотреть, как там малыши. Ну, конечно, тут такое веселье, куда заходить. Надо погулять. Анфисушка, Анфиска. Это кто здесь? Ага, Хрюша маленькая. Все, мои дорогие, до новых видео, до новых встреч. Ждите, у нас теперь видео будет больше, потому что у нас появилось много деток. И алиментных, и новорожденных. В общем, жизнь кипит. Мы вас очень любим и готовы радовать вас нашими видео о жизни прекрасных чихуахуа. Домашнего питомника Костропула. До новых видео, до новых встреч. Пока-пока. Сабинка, покажись, Сабинушка.
Нос. Зачем? Зачем тебе эта веточка?